Прежде чем говорить о такой, на первый взгляд, странной теме, как вестерн в СССР, надо сделать одно уточнение. Дело в том, что СССР и предшествующая ей Российская империя – это тип континентальной империи. Да? Империя, которая расширяется по суше, которая не захватывает заморские территории, а бесконечно по экспоненте расширяется, пока не упрется в море. Так было в эпоху Российской империи, и, собственно, СССР в этом смысле наследник Российской империи. Поэтому нет совершенно ничего удивительного в том, что такой, казалось бы, исключительно американский жанр, как вестерн, рассказывающий о сдвижении границы, рассказывающий о сдвижении границы цивилизованного мира, прижился в советскую эпоху в советском кино. Вестерн – жанр, рассказывающий о фронтире. Фронтир – это подвижная граница между тем, кто осваивает земли, между колонизаторами. В данном случае это трапперы, какие-то фермеры. Да, там, среди них есть люди более или менее отпетые, да, так сказать, ковбои или бандиты, или еще кто-то. За ними следит шериф, на их фоне выделяется какой-нибудь герой, который может быть как из бандитской среды, так и из фермерской среды, откуда угодно. Главное, что он герой-одиночка. Ему могут помогать какие-то люди, могут не помогать. Он может быть один против всех. Так или иначе, выстраивается какая-то довольно простая конфигурация вот из этой социальности, из этой первичной социальности. А с другой стороны фронтира, ну, условные дикари, там, индейцы, да, или вообще как бы некий дикий мир, который, значит, необходимо цивилизовать. Ну, либо с помощью насилия, либо уговорами, но, как правило, уговоры все равно оборачиваются насилием. Что, так сказать, мы получаем в итоге? Мы получаем в итоге прекрасный ресурс приключенческого жанра. Да, потому что там, где насилие, там, где есть необходимая идеологическая обоснованность насилия, там возникает ресурс приключенческого жанра в кино. Там начинаются драки, перестрелки, погони и так далее и тому подобное. Вот, собственно, в Советском Союзе, когда в 1922 году Бляхин был такой малоизвестный автор и впоследствии сценарист, написал повесть «Красные дьяволята», вот можно считать, что родился вот этот вестерн на советской почве, пересаженный из Соединенных Штатов. В 1923 году Иван Перестиани снял фильм «Красные дьяволята» вот по этому сценарию и пошла писать «Губерния». Между прочим, Иван Перестиани был одним из тех, кто опробовал в советском кино сиквел. Потому что до этого в российском кинематографе, безусловно, сиквелы были. Но он был объявлен буржуазным, там, дореволюционным, упадочным, ну и все такое. А это вот уже наши такие вот, значит, правильные большевистские сиквелы, значит, основанные на том, что, строго говоря, когда приключения заканчиваются, если они были удачны, публика ждет новых приключений. Значит, соответственно, герои могут воскресать, да, значит, вот как-то это все абсолютно произвольно происходит. Тем более, что в повести «Красные дьяволята» главные герои не погибли, поэтому можно было совершенно спокойно, так сказать, продолжать. Что, в общем, Бляхин и Перестиани и сделали. И вот с тех самых пор фильмы об установлении советской власти где-то, да, неважно где, это может быть западные губернии, Украина, Беларусь, это может быть территория нынешней Молдовы, да, там что угодно. Безусловно, Кавказ, как очень мощный, ну, как бы некая точка силы, да, даже территория силы, на которой осуществляются всякие брожения, да, и конфликты. И, конечно же, Центральная или Средняя Азия, если выражаться точнее, потому что Центральная Азия все-таки британский термин, да, так сказать, термин колонизаторов с другой стороны, да, которые шли из Индии, да, колонизаторы английские, называли все это Central Asia. А вот те, кто шли с севера, то есть русские, да, называли это все Средней Азией. Поэтому, когда говорят Центральная Азия, имеется в виду британский колониализм, а когда говорят Средняя Азия, имеется в виду русский колониализм. Вот, собственно, и вся разница. Поэтому вот эти территории, да, территории, это территории фронтира. Это территории, на которых осуществляются какие-то конфликты между условными носителями цивилизации, да, в кавычках или без, это уже наш выбор, как это воспринимать, и теми, так сказать, кто, кого необходимо цивилизовать, необходимо обуздать, да, в прямом и переносном смысле, как лошадь, да, вот, и стреножить, да, и направить в нужное русло.
Единственное существенное отличие русского вестерна, советского вестерна от русскоязычного, скажем так, от американского заключается в том, что в советском вестерне почти отсутствует герой-одиночка. Это противоречило советской идеологии. Советская идеология коллектива как-то с большим скрипом воспринимала вот эту необходимость, жанровую необходимость американского вестерна. Именно поэтому, когда в 1961 году на экраны СССР вышел вестерн «Великолепная семерка», купленный нами в кои-то веки, значит, у американцев, с героем-коллективом, потому что в самом названии есть вот эта коллективность, там семь человек, главные герои, он пользовался бешеным успехом, потому что он, с одной стороны, был, конечно же, образцовым вестерном, а с другой стороны, он выбивался из американской парадигмы, потому что там был не герой-одиночка, а семь человек. И они как бы коллективистски воспроизводили идеал советского человека, когда один за всех и все за одного. Почему все читали «Мушкетеров»? Потому что там «Мушкетер» не один. Понятно, что Д'Артаньян главный, да? Но все равно они, так сказать, все вместе. Да? Но здесь та же история. Да? Понятно, что кто-то может быть лидером, да? Но очень важно, что это коллектив. Все вот, значит, один за всех и все за одного, вот как рука сжатая в кулак. Этот вот ложный, во многом лицемерный коллективизм, он лег в основу, да, вот этого советской версии вестерна. Фильмов снималось очень много. В 30-е годы «Транспорт огня» Хейфица или, скажем, «13 Рома». Фильм «13 Рома» — это во многом такой скрытый ремейк «Потерянного патруля» Джона Форда. Ну, у нас много снималось ремейков, которые, скажем так, аккуратно не обнаруживали оригинал. Вот, аккуратно замалчивали то, что, так сказать, был оригинал. Почему не считалось зазорным заимствовать американские модели? Во-первых, вестерн по определению жанр, который бежит оригинальности. Это жанр, который основан на воспроизводстве уже существующих моделей. В этом нет ничего экстраординарного, в этом нет ничего зазорного. Это совершенно нормальный механизм массовой культуры. И второе — это то, что вестерн очень любил Сталин. Сталин обожал вестерны. Кремлевский кинотеатр, а есть такой термин, обозначающий, так сказать, да, вот тот фильтр, сквозь который проходили советские фильмы, Кремлевский кинотеатр очень благосклонно относился к вестернам. Более того, Сталин периодически вызывал к себе разных руководителей Госкино. Почему разных? Потому что, ну, одного арестуют, потом следующий появляется. И вот каждому надо было объяснять, что хорошо бы у нас сделать вестерн. А то вот у американцев есть такой отличный убедительный жанр, героический такой, да, а у нас почему-то нет, есть недоработочки. Вот, значит, эти недоработочки пытались устранить, но удалось устранить толком только в 1951 году, когда был снят фильм «Смелые люди» Константина Юдина. И там все было очень зачищено в плане конфликтов между, так сказать, цивилизующей и цивилизуемой миссиями, потому что там речь шла вообще, ну, просто о Жакее, да, который во время войны, значит, вот, показал себя кавалеристом, да, а потом брал кубки. Да, то есть там был снят вообще вот этот вот конфликтный момент. Уже в хрущевскую эпоху возобновились съемки настоящих вестернов, но уже на советском материале, и под них можно подвести большое количество фильмов, которые, повторяю, посвящены установлению советской власти в разных уголках Советского Союза. Добавился еще сибирский вестерн. Это уже, так сказать, как и фильмы о Средней Азии, называли словом «истерн», для того, чтобы подчеркнуть то, что действие происходит на Востоке. То есть борьба со всякими, значит, бандами белых, зеленых и прочих, да, установление советской власти в тайге, в общем, борьба с народом. Да, но показано это было как борьба с бандитами. Вот, значит, определенная идеологическая конструкция для всего этого была нужна, и она очень хорошо срабатывала. И наполнялась эта идеологическая конструкция того, что советскую власть в любом случае нужно установить, да, и в любом случае это хорошо, любыми средствами, неважно как. Желательно, чтобы это было еще и очень этично, и так сказать, да, и очень, ну, основывалось на самопожертвовании, вот, ну, на прочей вот этой всей болтовне. Значит, вот, а в эту конструкцию очень хорошо вкладывались приключенческие механизмы, да, вот эти вот все джигитовка, перестрелки, значит, вот семиотика оружия, да, то есть очень зависело, кто какое оружие использовал, вот маузер у комиссара, значит, парабеллум обязательно у белого, значит, пулемет Льюис вот у белых, пулемет Максим у наших, да, потому что это традиция, восходящая к Чапаеву, ну и так далее. Потом все перемешалось, когда был снят фильм «Белый солнце пустыни» Мотыля, где, во-первых, был герой-одиночка,
красноармеец Сухов, а во-вторых, он использовал пулемет «Льюис». Это вот сразу бросилось в глаза тем, кто смотрели эти приключенческие фильмы. Вот. И дальше больше. Был снят фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», где вообще все перемешалось, и это было в названии. Вот с этого момента, вообще в 70-е годы, вестернов снимают очень много, и вплоть до конца советской эпохи, вплоть до начала 90-х снимают очень много фильмов, как об установлении советской власти, так и о послевоенном восстановлении порядка. Да, имеется в виду порядок после Второй мировой войны или после Великой Отечественной. То есть появился новый ресурс для вестерна в СССР, то есть как бы новый виток, благодаря тому, что появилась вот эта тема, с нее было снято вето, как бы, да, с темы послевоенного наведения порядка на бывших оккупированных территориях. Это тоже. Что касается среднеазиатских фильмов, там есть одна замечательная особенность, которую я со своей филологической выучкой привык называть «Bildungsroman». Значит, это в переводе с немецкого означает «роман воспитания». Есть такой термин. Что это значит? Это значит, что в этих фильмах, как правило, в один из среднеазиатских кишлаков приезжает комиссар, устраивает, так сказать, там некоторую переоценку ценностей, и после этого из числа энтузиастов на месте выделяется какой-то наиболее передовой представитель колонизируемой национальности, который отправляется в Москву, выучивается там в Красной Академии и возвращается обратно уже в качестве обращенного кадра, который будет, так сказать, помогать белому русскому гетеросексуальному комиссару, значит, устанавливать советскую власть. Значит, это называется роман воспитания на среднеазиатской почве. Вот это идея новообращения, да, превращения носителя азиатской культуры в своего, да, носителя советской культуры, она является очень важной, да, так сказать, очень важной особенностью этого жанра, да, вернее, поджанра. В 70-е годы появляется большое количество так называемых национальных студий. Они выстреливают почти все одновременно. Началось это чуть раньше, на закате хрущевской оттепели, еще в конце 60-х годов. Этому очень способствовали всякие конкретные события. В частности, то, что Андрон Михалков-Кончаловский был, значит, сильно наказан за то, что он снял фильм «История Аси Клячиной» и как бы сослан в Киргизстан, где он, в общем, и воспитал неплохую школу местных режиссеров, да, с очень передовыми европейскими ясными вкусами и с хорошей мастеровитостью. И вот, ну и так далее. Довольно большое количество режиссеров в Таджикистане, в Киргизстане вот начинают работать и обеспечивают некоторый вал, да, который, в отличие, скажем, от кавказского кино, всегда тяготевшего к артхаусу и к такому авторскому высказыванию, очень европейскому по стилю на самом деле, и сильно отличающемуся от советского кино. Вот в отличие от Кавказа, среднеазиатское кино, как правило, непритязательное, приключенческое, построенное по лекалам и в этом смысле напоминающее средний такой вот голливудский вал. Я не говорю о самом голливудском кино, что оно похоже на голливудское кино. Оно похоже по структуре и по своей функции, как бы, да, потому что это всегда это то, что обеспечивало наполняемость кинотеатров. А среди фильмов, которые снимались в метрополии, то есть в Москве, на студии Горького в частности, да, выделяются фильмы Самвела Гаспарова, одного из мастеров советского вестерна, позднего советского вестерна, который, уже не скрываясь, цитировал фильмы жанра спагетти-вестерн, то есть итальянский вестерн, снимавшийся в Италии. Вестерн иронический, который еще принято называть ревизионистским вестерном, где, если коротко, совершенно не обязательно торжествует добро. И вот этот момент на самом деле очень интересен в фильмах Гаспарова, потому что там это один из тех случаев, когда в фильмах об установлении советской власти часто ловишь себя на том, что ты не всегда сочувствуешь комиссарам. Несмотря на то, что все с идеологической точки зрения абсолютно безупречно и придраться не к чему. Тем не менее, мне кажется, что за этим не стоит никакой идеологии, за этим стоит, скорее всего, просто желание поиграть с жанром и, так сказать, вот такой азарт, да, азарт заимствования моделей европейского вестерна, который пересматривает американские стандарты. Отдельно стоит сказать о ремейке «Красных дьяволят», о серии фильмов о неуловимых мстителях, которые Эдмон Киасаян снимал в 60-е годы.
Вот. Это очень интересный рефлекс возвращения к так называемым революционным ценностям, которые характеризуют 60-е годы, характеризуют позднюю оттепель, когда появляется вот эта культовая песня Акуджавы про комиссара в пыльных шлемах и так далее. Вот. Это ремейк, в котором сделана уже чистая попытка прививки приключенческого развлекательного жанра к идеологической, вот этой, к идеологическому советскому содержанию. И надо сказать, что она, конечно, блестяще удалась. И почему это удалось? Потому что это фильм для подростков, потому что этот фильм изначально был ориентирован на подростковую аудиторию, а значит, в нем был больше удельный вес развлекательных трюков, гэгов и так далее. То есть идеологическое давление было ослаблено. И несмотря на большие проблемы с цензурой, фильм понравился власти, фильм понравился, так сказать, начальству, вот, и были заказаны последующие ремейки, и все получилось. Если бы Эдмон Кеосаян начал снимать этот фильм и сдал первую часть не в 66-м году, а, ну, допустим, в 69-м после «Пражской весны», то у нас бы не было «Неуловимых мстителей».